Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании OLED. Серия X на цоколь H7. Маркировка данной модели X-H7C08C. Данная лампа предназначена для автомобилей Skoda и Volkswagen. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция, гарантийный талон и также сами лампы. Цоколь специфический, который подходит только для автомобилей Skoda и Volkswagen. Лампы полностью металлические. Мощность ламп 35 Вт. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Также имеет каждая лампа две системы охлаждения, активную и пассивную. Активная — встроенный кулер. Пассивная — это радиатор и то, что сама лампа металлическая. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости лампы, не давая лампе перегреваться. Подключается лампа на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема. На проводе подключения имеется также небольшой драйвер. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас одну из ламп мы подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание. Лампа отсвечивает очень и очень ярко, чисто белым световым потоком. Слышно, как работает кулер. Мощность светового потока в данном комплекте ламп заявлена около 5000 люмен. Но отсвечивает очень ярко. При покупке на комплект данных ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.